И в заключение выпуска история из США, которая для кого-то стала рождественским сном наяву, но для большинства превратилась в настоящий кошмар. На шоссе в Нью-Джерси попала в аварию инкассаторская машина, из которой на трассу пролился денежный дождь. Люди бросали машины и кидались собирать купюры. В результате ДТП и многокилометровая пробка. Но несколько счастливчиков, видимо, все-таки получили великолепный новогодний подарок.